Царевна, привет! Как настроение? Ой, привет! Да вот скучно как-то, не знаю, что бы такого придумать. Как что? Разве мы не будем учить новую букву? Ой, точно! Сегодня мы с тобой выучим букву Ч. Сейчас я покажу, как она пишется. Так. И оп. Палочка. И полукруг. Смотри, полукруг похож на чашечку. Буква Ч. Согласная буква. Звук Ч. Мягкий звук. Приятный. Сразу хочется чаю. С конфетами. Да, чаю хочется. Ой, только чашка какая-то скучная. Ну так давай ее разукрасим. О, правильно, у меня ведь все есть для этого, смотрите. Ого, давайте посмотрим, что у меня в корзинке. Мои любимые наклейки. О, смотрите, сколько у меня их. Зеленые, разноцветные, голубые. Ой, а это ведь алмазные сердечки. Так, теперь фломастеры. Все мои самые любимые цвета. А еще блестки. Смотрите, какие красивые. Золотистые, салатовые, белые, фиолетовые, синие и зеленые. Так, пожалуй, мне все это пригодится. Царевна, здорово! Давай скорее будем с тобой все это наклеивать на нашу чашку. И она будет самой красивой, и тебе точно не будет скучно. Я всегда начинаю с самого интересного, с наклеек. Я их так люблю, у меня их столько много. Я всегда говорю маме, чтобы она мне покупала много-много наклеек. Начну с самых красивых. Ух ты, смотрите, эти наклейки, они как браслет, как ожерелье. Ой, ой, прилипли к пальцам. Так, пожалуй, сделаю вот так. Вокруг чашки обведу красивыми наклейками. О, смотрите, какая красота получается. Так, возьму вторую такую же наклейку и наклею дальше. Так, соединю вот здесь, а затем вот так. Ух ты, вот это красота! Вот это чашка! Это будет только моя чашка. И только я буду пить чай из нее с конфетами. Теперь я возьму зеленый цвет. И наклею вот сюда. Так. Ух ты! Вот это да! Теперь наклею голубые наклейки. Ух ты! О, смотрите, это ведь жемчуг! Ух ты! Или это коралловые? Коралловые звездочки? А разве такие бывают? Ладно, буду представлять, что это волшебные камни. О, как здорово! Надо побольше наклеить этих звездочек. И еще. Надо приклеить получше, чтобы ничего не отклеивалось. О, вот это да! Так, теперь хочется взять мои самые любимые. Это бриллиантовые сердечки. Ух ты!
Кажется, осталось совсем чуть-чуть, совсем немного. Приклею получше. Мне понадобятся блески синий и красный. Я думаю, эти цвета больше всего подходят для моей чашки. Как здорово! Теперь берем красный цвет. Красные блестки. Ну что, время пить чай! Ура! Ну вот, ребята, мы с вами выучили новую букву и создали чудесный дизайн для моей чашечки. А теперь пришло время послушать мою новую песню про букву Ч. Чижу на чай плетется черепаха, ползет как можно бедная быстрей. А на чиже-то черная рубаха, без счета на столе его сластей. Чрезвычайно ждать чудачку тяжко, но все же чиж отчаянно поет. У самовара я и черепашка, быть может, так и будет через год. Горячий чай чуть-чуть да остывает, черстветь печенье начало в ночи. Но чуткий чиж ничуть не унывает, вдруг ищет там очки или ключи. Чрезвычайно ждать чудачку тяжко, но все же чиж отчаянно поет. У самовара я и черепашка, быть может, так и будет через год. Быть может, так и будет через год. Вот!